Добрый день. Как и обещала, я сделаю обзор лаков для ногтей. У меня очень большая коллекция, я вам все это показывать не буду, но я покажу определенные сегодня по брендам. Значит, один из моих самых любимых – это Essie. Это довольно недавнее открытие. Я вам покажу цвет, скажу, какой номер, как это называется, и покажу swatches, то есть на пальцах, на ногтях, как это выглядит. Значит, я сделала покрытие из разных цветов. У меня здесь определенной как бы преференции нет. То есть я хочу вам показать разные оттенки. Значит, самый первый, вот на этой руке, я сделала два разных. Вот этот, извините, у меня здесь немножко порезано. Значит, вот это один слой, и вот это два слоя. То есть, в принципе, особо большой разницы нет. И это крем Essie, то есть крем, извините, лак для ногтей Essie фирма. Я думаю, что он везде продается в России. Это довольно известная марка. Я выбрала из-за цвета сначала, а потом обнаружила, какое обалденное высокое качество у этого лака. Держится он несколько дней. И, в принципе, я его, так сказать, ставлю на одну полку с такими, как Christian Louboutin, который действительно держится целую неделю, несмотря на все хозяйственные активности. И вот этот крем, вот этот лак отлично держится тоже. То есть это Essie, и это номер 228А. 228А. Следующий я сделала светлый. Я его купила. Он мне очень понравился, цвет по интернету. Довольно, в общем, никакой. Это светлый тельный цвет, довольно приятный. Вот так он выглядит. Значит, и ну что здесь, как все светлые лаки, очень светлые, у них белая основа. И поэтому для того, чтобы получить вот такой цвет, как в бутылочке, приходится делать как минимум два слоя, а то и три. В общем, вот на этот у меня ушло три слоя я сделала. Если вам интересно это в вечернем освещении, вчера я сделала вечернем... Да, я вчера сделала на английском, то есть те же самые лаки вы можете посмотреть немножко при другом свете. Не настолько с вечерним, но уже это было как бы в сумерках. То есть немножечко по-другому это выглядело. Вот это номер 312. Следующий – это мой любимый цвет. Я с ума схожу по ярко-синему, я не знаю, что... у меня такой, видно, период в жизни. Я, когда увидела этот вот флакончик, я встала. Все, это обязательно должно быть у меня на ногтях. Я делаю себе, шью блузку ярко-синюю из натурального шелка, такую красивую. В общем, вот это обязательно пойдет с этим. Значит, это называется Ariba Blue. Ariba Blue. И номер это 280-й. 280-й Ariba Blue. И вот как он выглядит. И последний. Я его купила, потому что это такой необычный цвет. Вот в бутылочке, вот сейчас увидите, тут он и зеленый, и фиолетовый в то же время. Он переливается вот всеми возможными цветами. Точно так же на ногтях, вот при дневном свете особенно. Но здесь очень богатая, как бы вот в бутылке почему-то видно, что больше зеленого здесь, чем какого-либо другого. А на ногтях более такой синеватый, то есть это какой-то серый, я думаю, что это серая основа. И здесь и синеватый, и зеленоватый есть, то есть он переливается, меняет цвета как бы в течение дня. Если вы любите необычные цвета, я вам этот очень рекомендую. И номер это 272. 272. Упс, вот так. Вот так он выглядит на руке. Все, понимаете, здесь разное, смотря как смотришь. Вечером он более такой... Здесь больше зеленого вот даже при дневном свете я вижу. В камере почему-то выглядит синим. Но при вечернем свете больше синих оттенков, чем зеленых. Зеленых меньше видно. Значит, это одна рука. Вторая рука у меня Max Factor. И один крем тут затесался. Вот этот крайний. Я думала, что это тоже Max Factor. Я эти бутылочки все собрала у себя. Они одинаково примерно выглядят. И
Потом я обнаружила, что это вообще российский крем. Я российский лак, я вам покажу его и скажу номер. Значит, первый это Max Factor Angel Nails, номер 55. И выглядит он вот так. То есть это довольно-таки блестящий перламутровый, очень приятный лак, очень красивый. Вечером очень сильное сияние такое. Они, мне кажется, даже более эффектно выглядят при вечернем освещении. То есть это вот такой цвет. Значит, номер 55 Angel Nails. Второй это... у них есть серия Max Factor Max Effect. Я знаю, что эта марка широко продается в России, то есть ее можно, в принципе, в любом городе купить. Вот. Max Effect, они действительно более такие сияющие, более сильный перламутр там, если вам нравятся перламутровые лаки. Сейчас они как бы уже не так не в моде, но это дело личного вкуса. Мне они очень нравятся, может быть, я старомодная, но мне нравятся вот и матовые тоже. И, в общем, было бы 20 пальцев, я бы все 20 намазала разными. Значит, вот этот, это Max Factor Effect на втором пальце у меня. Вот Swatch. Он более такой, он как бы коричневатого такого розового сияния. Вообще Elegant Mauve. Mauve по-английски это такой как бы светлый сиреневый. Такой оттенок. Светлый, нежно-сиреневый. С небольшим таким оттенком. Более теплым таким оттенком. Трудно описать. В общем-то, это, на мой взгляд, это не мов. Это более такой бежевый, как бы более даже красного золота. Ложится он очень хорошо тоже. Я это вчера делала, кстати, все. То есть все держится. Вот, и это номер 04 Max Factor Max Effect. Следующий, более светлого такого, как бы даже золотого оттенка, тоже Max Factor Max Effect. Это номер 1 Ivory, то есть светло-кремовый. Вот так вот он выглядит. И вот так вот он... кто-то пишет мне. И вот так вот он выглядит. Вот средний палец. Вот. Следующий также из этой серии. И пока я не купила вот этот синий эссей, вот этот у меня был любимый Max Factor. Он очень долго держится. Он действительно хорошего качества. Это номер 18. Почти что он уже кончился. У меня вот так он выглядит. Он довольно темно-синий. То есть он какой-то даже как... Navy по-английски. И название это номер 18 Cloudy Blue. Номер 18 Cloudy Blue. Он действительно такой как бы облачный голубой. Так он и есть. Ее облачный синий. Очень хорошее качество. Держится долго. А вот этот я стала смотреть номера. Думала, это Max Factor такой же. Думаю, интересно, у меня похожие два. Но этот посветлее. Видите, вот он посветлее. А потом прочитала, обнаружила, что это диско. Это тут вот прям написано Летуаль. И это номер 301. 301 Летуаль. Blank Remix. Белый ремикс. Что мне нравится? Он, конечно, очень нейтральный. Вот плохо почему-то видно при дневном свете на камере. Вечером, вы знаете, если перламутровый, очень сильный перламутровый лак, покрыть еще сверху, сделать топ-коат, то есть он как бы и перламутр видно там, и вот этот глянец. То есть вот это вообще отличная формула. Я считаю, я не знаю, почему я больше не купил. Мне, конечно, больше очень много надо еще лаков, у меня 74 всего, поэтому что еще не купить? В общем, хорошо, что не купил. Но вот это мне очень нравится, между прочим, летний. Я вам скажу, не сильно отличается от высокодорогостоящих брендов дорогих. И, в общем-то, довольно-таки приятный. Можно и как покрытие на какой-то такой лак или отдельно. В общем-то, он... Вот это все четыре.
5 лаков. То есть вот макс фактор, значит, на этой руке Эсси. Еще раз я быстренько пройду. Первый номер 228А. И второй, это один слой, это два слоя. Светлый, это 312. Вот он. 312. Ariba Blue. Синий. Очень красивый лак. Всем рекомендую. Любой возраст. И номер 272. Странный такой он. Перламутровый, серый, зеленым, синим каким-то оттенком. Так, это Эсси. Пока у меня всего 4. Я думаю, на этом я остановлюсь. Хватит сходить с ума. А на этой руке Max Factor. Первый номер 55. Второй номер 04. Elegant Mauve. Третий номер. Третий палец номер 01. Ivory. Четвертый Cloudy Blue. Голубой. Такой потемнее голубой. И пятый номер. Диско из Литуаля. Довольно-таки приятный. Перламутр. Вот видите, какой он. Диско номер 301. Сегодня еще будут ревью. Я сейчас только загрузила обзор тональных кремов. Пожалуйста, посмотрите. Я надеюсь, что вам это все очень пригодится. И если еще что-нибудь смогу записать сегодня, обязательно... обязательно я сделаю. У меня помада ждет Charlotte Tilbury. Я купила новую. И ту, которая у меня уже была, я сделаю обзор двух цветов. Одна нейтральная, а другая розовая. Так что продолжайте смотреть. Пока!